Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, у нас потихоньку, но теплеет, и на рынке в том числе появились летние платья. Я всегда была убеждена, что на рынке хорошо одеться можно именно летом. Всегда были очень интересные хлопковые блузы и хлопковые платья простого кроя. В общем-то, это и определяет в том числе их невысокую стоимость. И эти платья можно найти в 100% хлопке и в 100% льне в Италии на самых обычных еженедельных рынках. Сейчас я нахожусь в Монте-Гротто-Терме. Этот рынок проходит с 8.30 до 12.30 в городе Монте-Гротто-Терме. Кстати, если вы приедете из ближайшего города на поезде, то вы пешком дойдете до большой площади, где этот рынок организуется. Могу сразу дать совет всем, кто отправляется на рынок за платьем, рубашкой либо блузой. Берите белый цвет. Он, как правило, смотрится более благородно и абсолютно по-летнему. Сегодня я встретила очень красивые комбинезоны. Мы наверняка их увидим на стрит-стайлерах. Они широкие, будут прекрасно смотреться в движении. У них очень интересно сделана спина. Посмотрите, есть карманы. И карманы на изделие – это всегда хорошо, это здорово, это удобно и позволяет красиво расположить руки вдоль тела. Эти комбинезоны наверняка мы встретим с вами на море в стрит-стайле, посвященном летнему пляжному отдыху. Эти комбинезоны есть в самых разных цветах, но мне понравился больше всего лимонный цвет. Он сейчас очень популярен, представлен в большом количестве на витринах. На второе место я бы поставила вот такого цвета мело комбинезон, и светлым комбинезоном я отдала, скажем так, меньшее свое предпочтение. Есть комбинезоны также без рукавов, у них еще более интересно выполнен вырез, потому что он более глубокий спереди. Кстати, эти комбинезоны можно красиво носить, и мы с вами на стрит-стайле видели с облегающей, именно с облегающей белой футболкой. И если говорить о комбинезонов без рукавов, я бы брала как раз-таки с узкими лямками. Также мне очень понравился вот такой широкий комбинезон из денима. Он тоже смотрелся бы прекрасно именно с белой футболкой, но, повторюсь, облегающий. Либо даже с белой рубашкой можно было бы примерить, поэкспериментировать. Вырез спереди гораздо более глубокий, чем декольте сзади. Точнее, наоборот, декольте спереди гораздо более глубокое. На самом деле, очень интересный стрит-стайлерский вариант. Абсолютное первенство по красоте, по необычности и, как я люблю говорить, по накалу стрит-стайла я отдаю, конечно же, этому платью. Оно мне очень понравилось. Я бы на самом деле и себе его приобрела. Платье выполнено вот в таких интересных цветах. Кстати, это прямая отсылка, конечно же, к марке Maxi Co. В прошлом году марка Maxi Co. выпустила платье, и как раз-таки оранжевая тесьма по подолу и по лямкам платья, там были сарафаны, была нанесена такая же и такой же ширины, но в любом случае эти платья стоили гораздо дороже, чем то платье, которое я вам сейчас показываю. Посмотрите, как много ткани, оно будет очень красиво смотреться в движении. Есть другой цвет, но первый цвет мне показался более эффектным. И могу сказать, что мне уже был задан вопрос, а популярны ли платья санаторные. Однозначно да. Более того, в этом сезоне самым частым и, наверное, популярным платьем будет платье, которое сочетает в себе крой платья-рубашки, то есть имеет сплошную фронтальную застежку и также несколько ярусов, это очень интересно. Также мне понравилось это платье, оно на внешне очень похоже ткань на лен, но оно выполнено из ненатурального волокна. Очень красивая спина, очень необычный крой. При помощи кулиски это платье можно подсобрать по бокам, оно было в белом цвете, также было в зеленом лимонном цвете и вот в таком розовом фуксе. Эти платья очень красивые, как я люблю говорить, абсолютно 100% стрит-стайлерский вариант. Эти платья тоже мы увидим благодаря вот такому красивому вырезу на спине. Эти платья, безусловно, найдут своих модных обладательниц очень быстро. И если бы я покупала платье, я бы взяла его в белом цвете. Кстати, оно было также в черном цвете. И в черном цвете это как раз единственный цвет, который был представлен в 100% хлопке. Это пальто я вам уже показывала.
рассказывала, оно стоит чуть больше 100 евро. Очень аккуратно выполнено. Пальто в клетку всегда смотрится эффектно. И тоже, считаю, абсолютной находкой. Оно, кстати, было и в других цветах. И вот осталась только подобная расцветка. Подобное широкое платье, в данном случае оно выполнено из денима, но мы видели подобные платья и из белого хлопка. Эти платья мне лично, безусловно, напоминают платья Max Mara. И Max Mara из сезона в сезон выпускает платья вот такие широкие на лето, из тонкого хлопка. Очень часто имеется сборка под грудью, либо, как в данном случае, что-то асимметричное, украшающее крой платья. И Max Mara импровизирует на эту тему на протяжении многих лет. Эти платья, как правило, всегда с круглым вырезом, крайне редко с V-образным вырезом, имеют рукав в 3/4, крайне редко имеют короткий рукав. И, повторюсь, эти платья сейчас можно встретить в том числе и на рынке. Сегодня мне понравилось больше всего, если бы я для себя приобретала вот это платье, хотя на самом деле мне понравились все платья, которые я вам показала. Я такие делаю обзоры, что в итоге показываю и примеряю вещи, которые действительно мне нравятся, я бы могла посоветовать вам купить, либо себе бы купила. Но для себя сегодня я бы приобрела вот такое платье. Оно не очень длинное, оно широкое, очень красивая спинка, есть карманы. Платье безупречно, аккуратно выполнено. Для рынка я считаю, что это действительно просто находка за небольшие деньги. Да, это платье, идеальное соотношение цены и качества, оно стоит 35 евро, некоторые вещи на рынке бывают достаточно дорогими, мы с вами видели такие вещи. Перемещаюсь на ближайший лоток, пока не начался дождь, у нас сегодня очень плохая погода, и покажу вам обувь, которую я бы порекомендовала к тем платьям, которые я вам показала, если вы хотите при помощи таких недорогих вещей, как ортопедические сандалии, либо вариация на эту тему, и недорогое платье с рынка выглядит действительно трендово. Я бы сама выбрала обувь более классическую. Вы знаете, что я за классические варианты. Это и лоферы, и мокасины, и балетки классического вида. Но, повторюсь, здесь на самом деле, так же, как и в случае с витринами, с ассортиментом из магазинов, можно подобрать все, что нравится вам, в зависимости от той цели, которую вы преследуете. Я в своих образах всегда ищу больше утонченности и женственности. Я очень склонна к классике. Но не могу отрицать, что если мы добавим более современную обувь к тем же самым аутфитам, которые мы уже имеем, то у нас получится более модный образ. Мне кажется, каждый раз, когда я нахожусь на этом лотке, я показываю вам свою любимую модель. Наверное, это все-таки балетки, возможно, это мокасины. Я затрудняюсь их как-то характеризовать. Они очень мягкие. Скорее всего, когда я сношу свою очередную пару обуви, я для путешествий приобрету себе обувь именно здесь. Кстати, здесь же я покупала свои серые сапоги, которые никак не могу начать носить, потому что у них достаточно высокий каблук. Вот так выглядят современные лоферы. Посмотрите, у них достаточно внушительная и видимая подошва. Я люблю подошву тонкую, но, как я уже сказала, я здесь склонна к более классическому варианту. И как раз-таки лоферы на внушительной подошве, на тракторной подошве, на плоской, но тем не менее платформе, которая с самого начала имеет такое же количество высоты и сантиметров, как и в районе пятки, это обувь, которая выглядит очень современно.
Эти лоферы мне очень нравятся. Они традиционно представлены в разных цветах. До этого я вам как-то показывала коричневого цвета. Коричневые закончились, завезли вот такие молочные. Обувь, которую я вам показываю, она по меркам рынка не дешевая. Пара обуви стоит от 60 до 130 евро. Все зависит от модели, все зависит от материалов. И могу сказать, что здесь обувь действительно очень качественная. В магазине вы найдете цены гораздо более высокие. И низкие цены здесь на рынке, конкретно на этом лотке, объясняются тем, что здесь очень часто продаются так называемые непроданные остатки сладкие, либо наоборот, то, что является компионарио, а иными словами, на русском языке то, что является образцами, и потом продавать в общем ассортименте нельзя подобные модели, и, соответственно, их продают за недорого, и эти модели оказываются в том числе и на рынках. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на рынке я могу находиться очень долго, но начинается дождь, у меня съемка в другом магазине, поэтому я спешу удалиться. На сегодня это все, я с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.